Депутат местного совета – это не профессия, а образ жизни. В небольшом поселении, где все друг у друга на виду, работать депутатом от случая к случаю не получится. Знать проблемы конкретных людей и населенных пунктов и быть постоянно ориентированным на их решения – вот что является в таком деле главным. Наглядный пример. Парковка у крупного торгового центра в деревне Жуковка уже не первый месяц похожа на прифронтовую грунтовку. За последний год ее ремонтом в поселении никто так и не озаботился. Центр в России, по сути дела, и такое безобразие с дорожным покрытием. Я думаю, что с любых сторон это нужно было делать. И нам удалось все-таки с помощью администрации существующих, кто там остался работать, все-таки изыскать средства из бюджета. И вот с сегодняшнего дня по некому плану, графику, мы приступили к ремонту ямочному по всему сельскому поселению. На территории деревни Жуковки примерно это составит 120 квадратных метров. Если считать, что одна яма примерно 1 квадратный метр, то, я думаю, порядка 100-120 таких вот ям, так их назовем, по деревне будут отремонтированы. Кстати, ямочный ремонт дорог в Жуковке был инициирован после обращения жителей к местным активистам. Именно эта просьба послужила катализатором в устранении проблемы, решение которой зависало с 2014 года. До тех пор, пока за дело не взялись люди из команды Александра Гусева. Здесь постоянные пробки. Рейсовый автобус постоянно здесь притормаживает, разбивает подвеску, иногда не выходит из-за этого и на линию. И чтобы это избежать, вот мы решили как бы поправить данную часть дороги, как говорится, своими силами. Силой вот команды, поддержки наших сторонников. По словам активистов, ямочный ремонт дорог в поселении будет продолжен. Он остро необходим не только в Жуковке, но и в Барвихе, Шульгино, Рождественно, Усово-Тупике и ряде других населенных пунктов. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова».